Вот вы сегодня побывали на мастер-классе по живописи у Ирины Клементьевой в Центре эстетической психологии ВИТА. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение о живописи поменялось? Какие вы эмоции вообще сегодня испытывали? Слушайте, ну, во-первых, Ирина, хочу вам выразить огромную благодарность за такое хорошо организованное мероприятие. Вот, потому что изначально рисовать я вообще не умею. Вот, и когда, ну, знакомилась с другими, например, мастер-классами, и, например, в частности, с вашим, вы вот прям как сказали, что вот вообще без навыков, вообще без чувства прекрасного, без всего можно прийти, и все получится. И действительно все получилось. Вот, спасибо огромное за такую добрую атмосферу. Вот, было очень приятно, душевно. Вот, и вообще настолько все замечательно. И вот вы как сначала сказали, что вот вообще про все забудешь, вот так вот все и получилось. То есть в какой-то момент я поняла, что да, я уже все домашнее оставила дома, да, я уже вот просто тут, и вот в этой картине. Ну и вот так вот. В общем, спасибо огромное. Вам спасибо, что пришли, что провели с нами время. Если будет желание, мы еще будем вас с радостью ждать. Да, спасибо огромное.